Карагандинский областной центр крови на 4 дня стал объектом пристального внимания консультантов из Канадского общества международного здравоохранения. Разбирался Сергей Высокосов. Посещение Карагандинского центра крови международными консультантами объясняется просто. Наш центр был выбран из 20 подобных в Казахстане как наиболее продвинутый в техническом и кадровом плане, чтобы провести пилотное тестирование стандартов, разработанных канадцами и Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Это может быть не случайно, потому что наш центр крови был введен в эксплуатацию в 2011 году, оснащен современным оборудованием на мирового уровня. В нашем центре работают высокоспециализированные специалисты, и мы надеемся, что мы пройдем данное пилотное тестирование успешно. Медицина Казахстана стремится не просто повысить свое качество, но добивается международного признания. Разработка стандартов в работе центров крови – это серьезный шаг на мировой рынок медицинских услуг. После апробации пилотного проекта в Караганде сертификация центров крови будет проводиться по всему Казахстану. До этого проводилось много мероприятий в сфере реформирования здравоохранения в Казахстане. Мы работали над различными стандартами для аккредитации в области здравоохранения. И теперь работаем над стандартами аккредитации по крови, которые будут внедряться в Казахстане. Все это делается на основе международных стандартов. Как отметили международные консультанты из Канады Люси Савурин и Сильвия Сакс в приватной беседе, все сотрудники Карагандинского центра крови в течение всех дней их исследования проявляли самое активное участие в работе и оказывали всемерную поддержку. Это новые стандарты, и это пилотное тестирование, то есть проекты еще стандартов, они в дальнейшем будут утверждены, после чего другие организации в этой сфере смогут аккредитовываться по данным стандартам. Карагандинский центр крови был задействован в третьем и последнем этапе разработки стандартов для сертификации. Дальше стандартизация после утверждения Министерством здравоохранения Казахстана двинется во все регионы страны. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.